неожиданно собираемся на работу, встаем. И как вот раньше в те времена привычные, 14-15 год, ну такой грохот, ну понятно, что взрыв где-то недалеко был. Ну, в окно выглянул, так люди начали говорить, что где-то садик, где-то рядышком. Вот. Ну, мы же сразу одеваться и в подвал по привычке, как раньше, там у нас бомбоубежище. Вот. Ну, и потом взрыв один за другим уже полетели не сюда, а на депо. To manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. Next, the attack is planned to begin.